В это место разврата, чтобы рассказать людям о великом даре Божьем, что Иисус Христос воплотился от Девы Марии, принял плоть, жил, учил и был распят, и воскрес для нашего оправдания. И ныне, по благодати, Он может даровать прощение, наделить силой Духа Святого, чтобы мы шли и проповедовали скорое пришествие Иисуса, жили по Божьим заповедям. Если у вас есть какие-то вопросы, Господь благословит ответить вам на них. Да нет, у меня нет вопросов, я сам крещенный. Ну, крещенные сегодня почти 75%, как статистика. Да. С рождения. А приходят в церковь регулярно 0,3%. Я каждое воскресенье прихожу. Хорошо. А у вас храм далеко от вас? Да нет, не особо, на Мальви. А у вас есть в доме вот эта святая книга? Да, есть. А показать можете? Да, могу сейчас. Ну-ка. Ох ты, знаешь что, дорогой, примерно на 500 человек ты первый, который показал. Обычно брешут, врут. У бабушки за стеной, а бабушки никакой там нету. Так вот, мы православные проповедники, миссионеры, пришли в этот чат рулетки, который Содом настоящий. Здесь женщины безобразно ведут себя, мужчины, сквернословят дети. А мы пришли с великим сокровищем, у нас очень большой YouTube. Большой, огромный. У нас 17 600 роликов наших. Понимаете, цифра какая-то. Мы строим православную деревню. У меня брат протоиерей, священник. И строим, с первым делом, ну, дома надо построить какие-то за свой счет. Получили статус официально. Построили храм православный. Школу государственную. Сами строим дороги. То есть мы в государстве, но к нам кто... желает поселиться, он должен отмечать такие качества, доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Понимаешь? И вот это единственная наша такая деревня, не только в России, она весь мир, наверное. Мне Господь позволил создать детский лагерь православный трудовой в честь священномученика Климента Анкирского, казненный в 312 году. И я начальник этого лагеря 45 лет. Еще 3 года в новой формате, в новый формат перешли. Это бесплатно. То есть государство нам ни рубля не дает, мы сами все делаем. 1000 детей подняли. И у нас главный лозунг в лагере – Россия должна встать. Россия – это мы. Мы встаем рано всегда, в 5 часов. Первым делом зарядка, все, дальше утренние молитвы все считаем, правила утренние. Евангелие. До 8 часов работаем, дрова пилим, мы сами себя обеспечиваем. Нам есть что показать. Вот если желаете, мы будем дружить. Скажите батюшке, скажу, вот я встретился, запишите меня, звать как-то, бумагу или как, Игнатий Лапкин. Да, могу записать. Допиши, пожалуйста. Алтайский край, город Барнаул. Игнатий Лапкин. Вот, и рядом напиши скайп. Если в скайп зайдете, я там скину все наши ресурсы. Ресурсы огромные, просто огромные. Ты все сейчас не запомнишь. Отца, как у вас где-то священника звать? Отец Сергей. Отец Сергей. К нему подойди и скажи: батюшка, у меня вот такая встреча была. Ему будет очень интересно это. И скажите, у нас есть сайт. Дальше запиши сайт. Руками напиши сайт. Это через Google сайт. Во свете сайт. Библии. Во свете Библии. Запиши, как его заглавить. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Что у нас там на сайте есть? 50 книг примерно. Моим голосом начитан в аудио. Это Библия полная. 12 томов Иоанна Златоуста. Запиши себе. 12 томов. 12 томов жития святых. Добротолюбие, Игнатий Брянчанинов, Ефрем Сирин. То есть там много чего, где такого нигде нету. И там на нашем сайте все можно найти. А вот этот YouTube, он называется канал
запиши, сразу зайдешь. Канал «Во свете Библии». Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И рядом запиши 17 640 роликов. Это сокровище, которому равных нет. Все рассматривается по Библии. Мы имеем благословение от архиереев. К нам тоже приезжает митрополит Сергий в деревню. Когда у нас какое-то торжество, престольный праздник. Очень интересно. Дальше вопросы я отвечаю студентам. Я в 5 университетах вел занятия. 13 школ. Во всех отделах милиции. Тебе сколько лет-то? 17. Ну, 17. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Что этого нигде нету больше. Дальше где-то рядом щелкни, батюшке скажешь, что у меня вышло 38 томов книг. Моих книг. 38. Каждая книга 752 страницы. И еще 7 томов в интернетной версии. И мы решили подарить, Господь нам положил на сердце библиотеки мира. Мы в Барнауле. Мы пошли до Владивостока, на машине поехали с книгами. Потом вернулись, забросили границы туда и дошли до Скандинавии. То есть от Тихого до Атлантического океана, все государства Европы, Скандинавии, Прибалтику. И Турцию, и север. 650 городов посетили. И подарили наши книги на 35 миллионов рублей. И книги все тут можно скачивать. Все в таком формате. Там государственные фильмы о чем. То есть мы показываем, что жить во Христе можно, но надо быть православным. Никакую секту не приближайся. Как с сектами беседовать? У меня там все описано. Я миссионер, у нас из сектантов приходят люди, делаются православными священниками. Ты особенно этим батюшку заинтересуй. Скажи, батюшка, еретики, сектанты приходят. И он увидит это, там, митрополия отвечает, патриархия, что это не я буду говорить, что говорит митрополит. То есть мы можем быть очень полезны друг для друга. У вас какая область? Красноярский край, город Красноярск. Это наши соседи. Соседи, почти соседи. В Красноярской митрополии у нас там ведет занятие один Юрий Соболев. Не слышал такого? Слышал. Слышал? Мы друзья большие. Он преподает в Государственной академии, в Государственном университете и в митрополии. Очень хороший человек, богобоязненный. Вот. Если где узнаешь, при митрополии там ведут занятия, катехизаторский курс, он ведет. Сразу скажи от Игнатия Лапкина поклон. Скажи, мы встретились в рулетке, что самое странное в этом развратном месте. А почему? Тебя как звать-то? Даниил. Даниил. А ты знаешь, как переводится Даниил? Любящий Бога. Вот. Вот я бы утром помолился, а мы встаем всегда в 4:40, чтобы утренние правила исполнить, посчитать Библию до работы. Вот. Я помолился, Господи, ну, уже 20 человек прошло, 50, вот мелькают там раздетые. А я уже 4 месяца здесь. Володя, подойди сюда, интересная встреча у меня с Даниилом. Впервые за 4 месяца такой юноша повстречался. А у меня, вот, из Красноярского края, главное, Юрий его, Соболева знает. Ага. Посмотри. Ну, слава вот. Вот так, познакомитесь потом. Поближе. Он на работу идет. А мне 81 год, я дома. Особенно Юрий, который знает, подойдешь. А если ты ему доверяешь, и ты узнаешь, что сегодняшний день особый в твоей жизни будет. Мы дадим такие материалы. У меня последние 4 книги стихов моих. Каждая книга 800 страниц. Вообрази. 3467 стихотворений моих. Каждое стихотворение по 9 куплетов. То есть 36 строчек. У каждого эпиграф из Библии взятый. Вы, если зайдете, там, ну, я могу сказать, какие, допустим, пример к себе своим воображением. Запиши название песни, которая, моя, стихи положены на песнопение. Пример к себе своим воображением. Игнатий Лапкин. Это в Ютубе. В Ютубе. Или такое. А сначала не было так. Название песни. И также добавишь Игнатий Лапкин. Или такую еще добавь. Святая Русь. Еще один. Святая... И точно так же. В Ютубе и Игнатий Лапкин напиши. И День Победы.
напиши «День Победы», там так составлено, под мотив, который поется, «День порохом пропах», но только все божественно, «Воскресение Христа». И показано, как Христос, икона такая, там вообще чудесно сделано. Вот так. Если вопросы, Даниил, есть какие, можешь задать. Ну, вот вы говорили про стихи. Да. Просто я тоже их пишу, и у меня своя книга. Вам будет интересно. Мои стихи, это... Даниил, ты если пишешь стихи, знаешь, как приходится переправлять, какая-то мысль приходит. Посмотрите, когда Пушкин писал, Александр Сергеевич, он десятки раз перечеркивает. А у меня 3467. Вот продают пачку бумаги А4. 500 листов. Это 7 пачек. И у меня все отверху донизу записаны, и ни одной помарки нету. У меня стихи пишутся с чистого листа. А как? Я не могу объяснить, как. Я на молитве стою, у меня как бы строка одна появляется, я ее скорее запишу. Когда моление кончилось, я тогда пишу 35 строчек внизу, и эпиграф из Библии как бы мне показан. Ты будешь считать, когда... Я в литературном институте в Москве считал, там в шок пришли все. Как? Я говорю, я их своими не считаю. Я когда их начинаю пересчитывать, это настолько выше моего уровня развития. Хотя... Три раза программы регулярно вел, краевые телевидения, а нас фильмы сняты, занявшие первое место на международных киноконкурсах, документальные фильмы о православии. У вас такой источник будет вам открытый. Это все, абсолютно все знает Юрий Соболев. Тебе не надо где-то, ну, тут много обману есть, а ты живого человека увидишь, что поверишь. Там жена, ребятишки его. Вот стихи, вот... У тебя навык уже есть. Какая у тебя там книжечка-то появляется? Это рассказ, ее звали Лили. Сколько там стихотворений? Нет, это рассказ. А рассказ, а... Ну, в общем так, но стихи любишь, да? Ну, стихи пишу. А вот если... То поймешь, я тебе рассказать одно стихотворение, как автобиографическое. Ну, давайте. Вот, допустим, ты считаешь мою биографию, а я за слово Божие распространял, меня запрятали, мне пришлось 5 тюрем пройти, лагерь, пытали меня, а теперь я реабилитирован, политзаключенный. Мы не молчали, мы говорили о том, что коммунисты делают. Я брал интервью у репрессированных, а издал материал о расстрелянных священниках, о патриархе Тихоне, ну и власти не любили тогда. А теперь все это на виду. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Володя, не уходи, у меня тут большая радостная весть за тебя. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе, за обедом, стреляют точно в лоб, давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и враг... Меня не захватили, враг не достал, истратил всю казну, уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам исследует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной доик, бешеный Саул, они разведали, что ем я мед Акриды, а штаб-квартирой избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. То есть я отошел, гонения кончились, прощай, земля. И когда будет, то будешь там, поет наш брат один на гитаре, исполняет. Касается? Вот. Какие вопросы будут, запиши. Это не 2, не 3 вопроса я отвечаю там. Они у меня выстраиваются, сейчас по отдельному файлу обрабатывают. Ну, у нас целый коллектив работает, администрация. 55 папок, 3400, так, 4000,
124 вопроса, 4000. Это мне, которые вопросы задавали студенты. Я на них отвечал, я по радио, там, милиции. Вам будет очень интересно. Допустим, что тебя интересует? Поэзию, отдельная папка, и все, что об этом сказано. Интересуют евреи. Там отдельная папка такая, в ней 137 вопросов, которые мне задавали. И ответ, что говорит Библия, святые отцы, каноны церкви, жития святых. И что говорит об этом мировая поэзия? 300 поэтов в России, зарубежные, за 300 лет. Это сокровище. Притом все мои книги, 38, у Юрия есть. Он их выписал, получил и заплатил. Так, Володя, так все, Данил. Вопросов нет, прощаемся? Прощаемся, до свидания. Так, запомни, меня легко найти в скайпе. В скайпе, Игнатий Лапкин. С Богом. Хорошо. Да благослови тебя Господь, умница.